Добрый день любителям рыбной ловли. Сегодня мы выехали половить дикую ручевую форель. У нас получается сегодня январь месяц. Погода в принципе такая теплая, солнечная. Форель, несмотря на пассивность в зимний период, в принципе, должна будет реагировать. Посмотрим, как оно получится на самом деле. В большей степени сегодня рыбалка такая. Испытание воблеров ручной работы. Получается, еще 3-4 воблера я сделал. И задача протестировать их и попробовать на них что-то поймать. В принципе, так получилось, что я приехал поздно. Место, где я обычно останавливаюсь, там уже стоит машина. Соответственно, впереди меня кто-то идет и ловит рыбу. И после таких облавленных ям сложно, в принципе, что-то поймать. Но мы постараемся, тут речка такая, есть недоступные и трудные места. Ловить сегодня я буду на спиннинг от компании Rosewood Elvis с тестом 0,5-4 грамм. Катушка Shimano Stradic тысячная. Вот пока стояла резина вот такая, огруженная 0,5 грамм на небольшом крючке. Попробуем. Пару часиков у нас есть половить. Посмотрим, что получится. Так, поставим воблера. В принципе, сейчас, наверное, в большей степени кормовой базой форели является именно рыба. Соответственно, попробуем на воблера ручной работы. И вот этот комплект. В принципе, если видно, вот так я более близко сделаю. Вот этот разделенная модель, на нее я ловил, и ловил здесь две рыбалки, ловит великолепно. Вот эти два воблера 40 миллиметров я сделал. А вот эти воблера, они 50 миллиметров, они уже погабаритнее. Вот этот поставим в золотом свете. В принципе, здесь светит солнышко. Она, получается, переливается в свете солнца. Может, в принципе, соблазнить форельку. Эти воблера я, в принципе, уже испытывал на воде. Они держат течение очень хорошо. У них высокочастотная игра получилась. В принципе, наверное, то, что будет соблазнять форель на атаку активную, потому что здесь именно по этой микроречке я заметил то, что на высокочастотную игру рыба реагирует лучше, чем на твич. У каждого из этих воблеров есть своя игра, и такая игра не повторяющаяся, допустим, как воблера, которые я сделал поболее, они получаются более амплитудная у них игра. Воблера, которые по размеру поменьше я сделал, у них получается более высокочастотная, и они прям ух ты, то ли удар, то ли зацеп был. Ну, скорее всего, это был зацеп, потому что она при проводке погружается. Чуть-чуть приподнимая, надо будет проводить. Вот она прям очень хорошо на воде играет. Сейчас я камеру чуть ниже сделаю, чтобы визуально было видно игру. Вот она прям такая игра получается очень классная.
Ну, задача сегодня хотя бы поймать одну форельку, потому что если уже впереди у нас кто-то ловит, то вероятность поймать, она в разы становится меньше. Так что, ну, в любом случае будем пробовать. Задача сегодня в большей степени походить, подышать, потестировать приманки. И, конечно же, приятно будет, если получится поймать рыбу. Так, вот здесь место тоже очень такое хорошее, яма глубокая. Ну, очень трудно доступно, если честно. Но обычно именно в таких местах стоит и крупная форель. Так что нам надо постараться как-то пройти туда и под вот эти коряги закинуть. Обычно там в большинстве случаев прячется крупная форель. Так, здесь я даже не знаю, как это вообще возможно закинуть туда и не зацепить. И при этом поймать, и если поймать, то вытащить эту рыбу. Не знаю, это целая спецоперация. Но давайте попробуем. Легких путей не бывает во время форелевых рыбалок. Слишком легкий груз. Слишком быстро всплывает. Мне хотелось бы, чтобы она прям более ниже прошла. Но ничего не получилось. Нету возможности и нету хорошего подступа к этой точке. Так, ребята, здесь был удар, и причем был удар такой неплохой рыбки. Есть, есть, есть. Вот она, ребята, форелька. Первая форелька. Нового года первая форель. Сейчас мы руки предварительно намочим, чтобы рыбку отпустить. Вот она, первая форелька нового года. Руку я намочил. Так что я думаю, что мы рыбке травму не наносим. Вот такая красивая форелька. Вот в таком красивом месте. Вот такая красивая форелька, которую мы сейчас благополучно отпустим. Вот такая рыбка.
вот она спряталась. Очень такое хорошее место. Попробуем. Пока выхода не было. Форелевые рыбалки, наверное, процентов 80-90 успеха – это умение четко попадать именно в те места. Есть. Ух ты! Как же так? Это была форелька. Вот это форель. Вот это более крупная была форель. Очень жалко, что она, я думаю, она уже не ударит, потому что она была почти на крючке. Так. Для воблера здесь место неплохое. Но я вижу какие-то коряги тоже. Есть. Ух ты, сошла. Какая хорошая была форелька. Какая хорошая форелька. Уже все, я думаю, она не будет. Надо было воблер ставить. Очень жалко. Ну, очень хорошее такое место. Здесь тоже глубина приличная. В принципе, всегда практически рыба здесь стоит. Рыба здесь стоит, конечно же, если ее никто не ловит. Но в нашем случае есть хорошая. Вот она, ребята. Вот трофей. Я же сказал, что здесь стоит рыба, причем хорошая. Вот такая дикая ручевая форель. Вот такая красивая яма. И вот такая форелька.
В принципе, она зацепилась аккуратно. Вот такая форелька. Сейчас мы ее достанем с подсека. И отпускаем. Вот она уплыла. Красиво ушла. Тут эта форелька может быть не одна, потому что яма такая хорошая, яма большая. Можно смело сказать, что сегодняшняя рыбалка удалась. Почему? Потому что вот есть еще одна сошла. Ёлки-палки, как это так? Ух ты! Ёлки-палки, а! Да, только хотел сказать, что рыбалка удалась, и тут очередная поклевка хорошей форели. Да, получается так, что эта форелька была не одна здесь. Вот на таких красивых местах мы ловим дикую ручевую форель. Посмотрите, какая красота. Абсолютно дикая природа, которая сама себе делает. Абсолютно чистая горная родниковая речка, где должна и обитать форель. Вот такая красота. Офигеть, записать не смог. Я думал, что-то не то происходит. Забросил свой воблер ручной работы, который 40 миллиметров. Смотрю, черная тень за ней идет. Я думал, что-то я зацепил. И в момент, когда я выводил, получается атака и вот такая красивая форель. Я свой воблер разловил, ребята. Отлично играет. Видно было здесь небольшое течение, думаю, попробую, потому что все ямы сегодня результатов не дают. И, в принципе, вот такой воблер мой сработал. Я был уверен, что сегодня удастся поймать на него. Вот такая красивая форелька попала в кадр. Я этому очень рад. Почему? Потому что поймать на свой воблер, это стоит дорогого. Вот такая красота. Так, надо будет руки мне намочить.
чтобы рыбку я отпустил и не нанес травму. Вот такая красота. Вот такой воблер, вот такой. И вот такая форелька красивая. Дикая, ручевая. Вот теперь я доволен сегодняшней рыбалкой, так как удалось поймать на свой воблер форельку. Сейчас я руки намочу и форельку отпущу. Вот такая форелька на вот такой воблер. Красиво танец форельки. Я руки намочил, вот они у меня мокрые. Сейчас форельку буду отпускать. Спокойно, спокойно. Она зацепилась очень аккуратно. Вот видно. Травмы никакой рыбе не нанесено. Сейчас я ее отпущу. Аккуратно. Вот такая форелька с красивой окраской, и мы ее отпускаем. Вот она спряталась. Вот она. Вот она под деревом стоит. Видно? Вот-вот-вот-вот. Уходит, уходит. Все, спряталась под дерево и ушла. Небольшой кофе-брейк на речке. Вот на такой красивой. Это воблерок, который сегодня отличился. Вот такая красота рядом. Кругом лес. Очень много людей, в принципе, сегодня ходят по лесу. Сегодня очередная форелевая рыбалка получается такая, трудовая. Но самое главное, наверное, то, что удалось, это поймать форель. И поймана не одна и не две форели. Что касается приманок, в принципе, удалось разловить свой воблер 40 миллиметров в таком натуральном цвете. Играет хорошо, рыбе нравится. Было 3-4 выхода, и момент поимки снять целиком не получилось, но тем не менее вот на небольшом течении при проводке прям с таким живым интересом сопровождала форель, и в момент остановки была жадная атака, и удалось эту рыбку поймать. Также было несколько сходов, 3-4 схода. Резина белого цвета сегодня тоже работала хорошо. Ну, в принципе, любители форелевых рыбалок поймут, что рыбалка форелевая в таких условиях, тем более в наших краях, она стоит дорогого. И поймать одну, просто даже одну рыбу, говорит о многом. Потому что на спиннинг ловить порой бывает сложнее. И сегодня так получилось, что впереди меня шел парень, который облавливал все перспективные точки и места. И я довольствовался тем, что получилось. Я поймал на местах, где сложно было предопределить, что там форель будет стоять, но именно такие места мне были оставлены. На одной яме очень хорошей поймал крупную форель,
И буквально следом, после того, как я обратно отпустил, жадная атака еще более крупная, и, к сожалению, она сошла, не удалось ее поймать. После этого были попытки доловить, но, видимо, рыба укололась, и после этого либо поменяла точку, либо не захотела клевать. Порядка 10-11 тысяч шагов я прошел. Сейчас я иду обратно. Буквально еще час, наверное, ходьбы. Но в любом случае, для января месяца, сегодня погода очень хорошая, теплая. Плюс 8, плюс 9 градусов тепла. И, соответственно, удалось комфортно, хорошо половить.